Самое начало игры Skyrim. Мы бежим и сбежим, Хадвар. Тебе нас не остановить. Отлично. Надеюсь, дракон всех вас в Совенгард заберет. И у нас стоит выбор. Или с Хадваром, или с Ралофом. Но с кем лучше? Лучше пойти получить лучшие плюшечки. И сегодня я с этим вопросом разберусь. Всем привет, меня зовут Сагира Ван, это мой канал Мистер Кэт. Начинаем. Мне, конечно же, напишите, что тут играет роль еще политика Скайрима. За кого ты? За Империю или же за Братьев Бури? Если за Братьев Бури, то, конечно, Ралоф. Но мнение можно поменять еще два раза, как минимум. Так что не обязательно за него начинать. Конечно, Хадвар — это Империя. А может быть, у него свои какие-то плюшечки? Преимущества? Давайте выяснять. Если вы начинаете за Ралофа... Погоди, погоди... Береги! Кто тут еще плохой? Плохиш! Воу! А ладно. Должно быть, сбежал. Эпичное добивание. Вы со старта получаете комплект тяжелой брони Империи. Да, также вы можете взять комплект легкой брони. Есть мастер пыточных дел. Вот у него легкая броня. Плюс капюшончик, который был добавлен только в Skyrim Special Edition. Ребятки. Но если вы начинаете за Хадвара, за Империю, то... Они уже тут всех перебили. И, ребятки, вы не получаете комплект тяжелой брони, и это как-то уже минус. И вы не получаете крутейший капюшон вора. Тоже минус. Единственное, вы можете взять, как всегда, одеяние мага, но... Все равно преимущество до этого момента я даю братьям Буря. Серьезно. Потому что, ну, пипец. Но, друзья, я нашел один маленький плюсик, хотя, может быть, даже большой. За Империю вы можете со старта взять двуручное оружие. Братья Бури этим похвастаться не может. 1-1. Ну а дальше у каждого своя история, но они чем-то... Кажется, на сей раз он совсем улетел. Схожи. Никак не выяснить, уцелел ли еще кто-нибудь. Но скоро тут будет не продохнуть от имперцев. Лучше убраться подальше. Моя сестра Гердур держит лесопилку в Ривервуде. Дальше, по дороге. Уверен, она тебе поможет. Знаешь, тебе стоит пойти в Виндхельм и вступить в войну за свободу Скайрима. Сегодня мы все увидели истинное лицо Империи. Если кто-то и знает, что значит появление дракона, то это Ульфрик. А вы за кого, друзья? За Братьев Бури или за Империю? У меня есть видео, где я поддерживаю одну из сторон. Ссылочка внизу. Видишь вон те развалины? Это ветреный пик. Никогда не мог понять, как сестра живет в таком месте. Наверное, ко всему человек привыкает. О, да. Герду! Братишка, Мара милосердная, как же я рада тебя видеть. Но разве тут для тебя Герду. Не опасно? Говорят, что Ульфрика схватили. Герду, со мной все в порядке. Ну, по крайней мере, теперь. Ты ранен? Что стряслось? А это кто? Из ваших? Он мой друг, хотя пока и не из наших. Он мне жизнь спас. Где здесь можно спокойно поговорить? Неизвестно, когда до имперцев дойдут вести из Хелгена. А чуть позже Гердур поделится с нами припасами и даст нам ключ от своего дома. Конечно. Вот ключ от дома. Живи столько, сколько захочешь. Если будет что-нибудь нужно, просто дай мне знать. Угу. Но что происходит? Что вы двое тут делаете? Вот. Дает припасы, ну, конечно же, они более полезны, если вы играете в выживание, в режим выживания, скорее, в Special Edition. А так они особо ничего не дают. Единственная вещь — это ожерелье малой алхимии, созданное вам из Эллина, 12% сильнее. Хорошая плюшечка для начала игры. Дом Ралофа, ну, точнее, его сестры. И какое преимущество нам дается, если мы идем именно по этой ветке за Братьев Буря?
Тут довольно большой дом, довольно много еды. Если вы играете на выживание, то можно приготовить себе покушать, набрать всего, куча всяких зелий, мяса. Также есть жир тролля, это все бесплатно. Есть сундуки. Кое-какие вещи можно брать бесплатно, но кое-какие воровать. Но если никого нету, можно, 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 можно. Дальше давайте посмотрим в бочках вещи. Есть монетки. Еще немножечко монеток. Зелье купца. Хм, неплохое преимущество. Бандана. И также можете здесь отдыхать без проблем. Но, ребятки, бонус будет только 5%. 5%, не больше. Также великий камень душ. Хм, уже попроходили. Я тебе говорил, что моя сестра... А вот вариант за Хадвара. Ну, вроде он совсем улетел. Но, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Угу. Ближайший отсюда город — это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Слушай, тебе стоит отправиться в Солитьюд и вступить в Имперский Легион. Такие люди нам нужны. А если у бунтовщиков появился дракон, то только генерал Тули сможет их остановить. Видишь, вон те развалины. Это Ветреный пик. Когда я был мальчишкой, мне про него снились кошмары. Как драугры ночью спускаются с горы и лезут ко мне в окно, и все в таком духе. Честно сказать, мне тут до сих пор неуютно. Дядя Алвар, привет. Хадвар, что ты тут делаешь? Ты в увольнении? Кости Шора, что с тобой стряслось, парень? У тебя неприятности? Я прошу тебя, чуть потише. Я в порядке, но нам лучше поговорить в доме. Что происходит? А это кто? Это мой друг, он спас мне жизнь. Пойдем, я все объясню, но лучше все-таки в доме. Ладно, ладно. За Хадвара Алвар делится с нами припасами, но не спешит давать ключ. Конечно, бери все, что тебе нужно. Но что происходит? Что вы тут делаете? И вещи... так себе. Еда какая-то простая, и даже нет ничего зачарованного. Минус, минус империя. Дом кузнеца, но ключей нам не дают, и ночью, получается, мы уже не сможем сюда пройти и нормально переночевать. Спать мы можем, будет бонус точно такой же. Тоже есть еда, но, мне кажется, может быть чуть-чуть меньше, чем за братьев Бури. Вы играете. Но, ребятки, тут есть подвальчик. В подвальчике вы можете безвозмездно взять оружие, перчатки железные, сапоги. Единственное, броню нельзя взять, но ее можно тихонечко-тихонечко украсть. И никто ничего не скажет. И зелье. Зелье кузнеца. Можно со старта это все неплохо так улучшить. Вот такое вот преимущество, если вы играете за империю. Хотя для выживания немножечко хуже, потому что ночью вы сюда придете и поспать не сможете. Придется идти в ближайший кабак и там снимать комнату. Ну и пожалуйста, ребят, напишите, за кого вы чаще всего начинаете игру. За Хадвар или за Ралофа? Пожалуйста, но мне кажется, за Ралофа более преимущественней. Это лично мое мнение. Зачарованная, там броня есть. Ну, напишите, друзья. Всем большое спасибо. Ставьте лайк, пишите комментарии. Всем счастья и пока. Пока, друзья.